что в последнее время мне эта тема становится очень важна профессионально уже по смарт-сити, а вообще по новым современным моделям, бизнес-моделям развития, потому что мы буквально знаем, наверное, новая информация для многих здесь. Мы с лета этого года запустили новый фонд, венчурный фонд, называется он Digital Evolution Ventures. Основной инвестор в него сейчас Росатом, мы подписываем еще другие компании, поэтому все рынки умных городов, умной энергетики, умной промышленности, это все то, на что мы сейчас смотрим очень активно, причем на seed stage и на более зрелых стадиях. Поэтому welcome, что называется, будем смотреть хорошие проекты. И здесь есть очень большая перспектива именно в контексте тех трансформаций, которые сейчас идут. Мы к этому присматриваемся, ищем решения, часть решений уже там в активной проработке в области тоже и умных городов, и регулирования, и вхождения, точнее, в роботизацию современных компаний, бизнесов. Вот это все то, что нам интересно. Ну, а в целом сейчас в мире сформировался уже такой по-хорошему мощный хайп по созданию новых экосистем в области умных городов и умной промышленности. И сейчас это уже переходит от стадии там, теоретических рассуждений и даже уже через стадию пилотов к стадии формирования, так скажем, лидерских продуктов. Поэтому уже можно встраиваться в какие-то уже складывающиеся экосистемы. И здесь тоже, конечно, появляется много новых возможностей. Поэтому я очень желаю всем успехов. С удовольствием тоже послушаю. Я, правда, буду убегать, но здесь от меня есть коллега, который все внимательно послушает, и потом мы это обсудим. Я еще вернусь сюда. Поэтому если есть какие-то конкретные идеи по проектам, то где-то через часик здесь вернусь, и мы сможем это конкретно обсудить. Хорошо, спасибо. Удачи. Я стараюсь послушать. Спасибо.